для того, чтобы перекусить под кофеек на очередном Жора Бжорыче, распечатаем детскую забаву Гематоген. Хороший вид перекуса и достойный заменитель сахара с большим содержанием сахара в батончике. Навряд ли его делают действительно из крови телячьей, как заявлял когда-то советский совок. Но тем не менее, здесь 390 килокалорий в 100 граммах, ну и соответственно в одном батончике у нас 50 граммов в день взрослым нужно, и здесь как раз у нас доза взрослая. Очень прикольно сделано то, что поделено на дозировку. Если детям надо 30 грамм, достаточно 3 полоски отломать, остальное оставить на завтра. Слишком много сахара. Ну, наесться можно, кофейком запить тоже. Пользуйтесь полезными перекусами. Всем пока!